Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Андрей Кисель. И в сегодняшней среде обучения мы с вами будем рассматривать дефектологию. Дефектология – очень интересная тема. Эту тему раскрыть меня сподвигло чтение справочника BGCP. Я как раз вот вчера вычитывал о традиционных немецких стилях пива и попал на мой любимый «Келлербир». Келлербир – это тот из немногих немецких стилей пива, в котором допускаются небольшие уровни дефектов. И, в принципе, где-то очень так, условно говоря, немецкие классические келлербиры можно сравнить где-то с украинским региональным пивом. Топ-3 основных дефектов, которые встречаются в украинском региональном пиве. Так, первый, самый основной и самый важный на сегодняшний день дефект называется диацетил. На нормальном языке как описать диацетил? Диацетил — это прогорклое масло, это баттерскотч, это крем-сода, это что-то такое масляное и сывороточно-молочное. Итак, вы должны понимать, что в принципе диацетил — это продукт, который вырабатывают дрожжи при ферментации. И его высокий уровень того самого диацетила в пиве может говорить о том, что это пиво сделали достаточно быстро, не выдержав его, не лагеризировав. Пивовар решил не проходить диацетиловую паузу. Процесс производства был ускорен максимальным образом. Поэтому в случае, если мы открываем наше пиво и слышим там аромат прогорклого масла, баттерскотча, крем-соды, сыворотки, кисломолочных продуктов, это может говорить о том, что процесс производства пива был намеренно ускорен, пиво достаточно быстро сняли с дрожжей, и дрожжи не успели доесть продукт своей же собственной жизнедеятельности. В принципе, на сегодняшний момент существует достаточно большое количество сортов пива, в которых диацетил может присутствовать в небольшой концентрации. Чаще всего здесь речь идет о чешских традиционных лежаках, а также очень часто это бывает в классических английских элях. Современные пивовары очень часто используют так называемую диацетиловую паузу, и происходит это для того, чтобы дрожжи во время финальной стадии своего брожения активировались и сами доели тот самый диацетил, который они произвели в процессе главного брожения. Очень важно понимать, что диацетил также может возникнуть в пиве из-за бактериального заражения бактериями типа Pedococcus. Здесь речь идет уже о конкретно санитарном состоянии пивоварни, на которой производится проблемное пиво. Второй смертный грех называется ацетальдегид. Ацетальдегид по-простому ощущается в пиве как зеленое яблоко, немножко подгнившее, с лакокрасочными изделиями, возможно, со смывкой для ногтей. По-хорошему, этот компонент, он находится тоже практически в любом пиве, но в случае нормальной довыдержки пива дрожжи его съедают и ацетальдегид раскладывается. Но в случае, если раньше времени преждевременно снять пиво с дрожжевого осадка, отделить пиво от дрожжей, снять дрожжи, ацетальдегид имеет риск остаться, и вы будете чувствовать этот прекрасный аромат. Ну и наконец-то третий смертный грех называется диметилсульфид. Этот аромат передается пиву непосредственно из-за использования светлого солода, банально. Итак, на что он похож? Прежде всего, это вареные овощи, это кукуруза из банки Бондюэль, это зерновой, это капустный. Формируется он при конверсии S-метилметанина в результате процесса затирания. Вы должны понимать, что S-метилметанин — это то, что содержится в светлом солоде плазьенского типа. И таким образом, в результате процесса затирания эта молекула распадается и формирует вот этот неприятный аромат. Но хорошие новости заключаются в том, что при длительной активной фазе кипячения вся эта история может выпариться. И точно так же при активной и теплой фазе брожения S-метилметанин и диметилсульфид, он испаряется и не участвует в профиле пива. Таким образом, от этой темы страдают те сорта пива, которые кипят недолго, которые кипят неактивно и которые сбраживаются низовыми дрожжами, соответственно. Поэтому от этого больше страдают классические лагеры. В легких формах диметилсульфид в виде зернового аромата, в виде кукурузы, может присутствовать в определенных сортах пива. Также вы должны понимать, что все эти ароматы могут сформироваться в результате производства на нестерильном оборудовании, и некоторые
концентрация этих ароматов могут так сработать, что пиво будет практически неупотребляемым. Поэтому рекомендую вам, во-первых, ознакомиться с этими ароматами, рекомендую вам попробовать региональное пиво, чтобы понимать, что пить не стоит, и пейте только крутое пиво, ставьте лайки, следите за каналом, и да пребудет с вами только вкусное пиво. С вами был Андрей Кисель, до скорых встреч в новых подкастах. Thank you.